Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. С вами Александр Сударев. В этом видео мы покажем вам те процессы, которые происходят на строительной площадке, а также поговорим о изменениях, произошедших за это время. Итак, давайте начнем с высоты птичьего полета. Количество уложенной кровли на крыше растет с каждым днем. Строители выполняют монтаж уплотнителя, а также последующее закрытие финальными элементами кровли. Уже можно увидеть, что в средней части здания была закончена отливка лестничных маршей бетоном. И в ближайшее время это позволит строителям приступить к закрытию средней части кровли и, соответственно, завершить монтаж большей части крыши. Также работы проводятся и по другим уровням здания. В частности, вы можете наблюдать на третьем этаже еще большее количество уложенных сеток и арматурных каркасов, увязанных между собой, также с установленной опалубкой. Это необходимо для того, чтобы осуществить отливку межэтажных бетонных перекрытий. Также изменения можно наблюдать и с задней стороны площадки, а именно на территории временного склада. Как вы можете видеть, количество ограждающих конструкций на специально подготовленной платформе увеличивается весьма серьезно, и мы уже готовимся к началу монтажа ограждающих конструкций. В том числе подъехал автомобиль с уплотнителем для кровли, сейчас происходит его разгрузка. И когда мы говорили о том, что уже в ближайшее время можно будет начать монтаж ограждающих конструкций, на самом деле мы немножечко слукавили, потому что он уже идет полным ходом, так как элементы кровли и козырек, который появился над пандусной группой, а точнее его законченный вид, тоже считается ограждающими конструкциями. Здание растет, меняется визуально, появляется все большее количество профилей, на которых впоследствии и будут монтироваться ограждающие конструкции. Ну а если переместиться на первый этаж, то здесь мы с вами можем увидеть довольно большой объем работ, выполненный с приямками. Здесь уже полным ходом продолжаются и бетонные работы, и обвязываются арматурные каркасы для того, чтобы, собственно, осуществлять эти бетонные работы. И монтируются приямки для размещения оборудования, вводов коммуникации и так далее. Еще стоит заметить, что работа с лестничными маршами по заливке самих лестниц идет полным ходом. В частности, вы сейчас можете наблюдать уже отлитую секцию, там, где установлена опалубка, то есть уже залит бетон. И осталось не так много времени, когда на третий этаж здания можно будет подниматься уже по стационарной лестнице и, соответственно, перестать пользоваться лесами, которые были временно смонтированы. Собственно, изменений на строительной площадке много, работ проводится много, их не так хорошо видно на камеру, но, тем не менее, вот в таком лайв-формате мы стараемся держать вас в курсе того, что происходит на объекте. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, ну и до новых встреч!